сюда пришли, чтобы поддержать тех лучших людей России, ее честь и совесть, тех, кто спасает честь своей страны сегодня, тех, кто сегодня в условиях путинского террора и бессовестной и лживой пропаганды вышли защищать наш общий мир и защищать в том числе наш с вами и наш мирный дом. Но этих лучших людей в России сотни, тысячи, миллионы, и голос их уже слышен достаточно громко. Это тот голос, который дает нам всем надежду на то, что братская нам страна когда-нибудь отойдет от этого неофашистского кошмара и снова станет нормальным народом среди других нормальных народов Европы и мира. Сегодня мы с ними воюем. Возможно, нам придется с ними воевать еще жестче. Возможно, нам придется кого-то из них убивать. Но все войны заканчиваются миром. Путина в жопу! Россию в Европу! А Путина в жопу! Страшным оружием! Потому что самое страшное наше оружие для этого преступного режима – это наша любовь. Точнее, товарищи, точнее, дальше. Протянет как? Да, возьми.